28 мая, день Вознесения Господня. Вот такой вечер красивый. Такая полоса. Вообще красота. Очень красиво. Не вечер тихий, романс играет. И город слышит, он отдыхает от звона, шума, и встреч устал он, и в этот вечер вдруг тихим стал. Романс вечерний, каштанов свечи, сиреней запах так душу лечит. Все реже, ниже стрижи летают, и тихий вечер романс играет. Стрижи низко уже летают. Какая красота, как цветок какой-то прекрасный. Вот Господь, сегодня Вознесение. Вот это как такое чудо Вознесения. Что хочется смотреть. Красота.